Сегодня очень замечательный праздник. День матери. И хотелось мне громко-громко прокричать на весь белый свет слова поздравления. Это своей, конечно, любимой мамочке Аникаема. Но я ее с утра поздравила, она у меня рядом. Но также хочу всем поздравить наших мам, милых женщин с праздником. Желаю, конечно же, счастья вам, здоровья, благополучия, удачи и, главное же, гордость за своих деток.